В Армении 20 февраля 2021 года планируется масштабный государственный переворот, финансируемый армянской диаспорой, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что 20 февраля в Ереване запланирована масштабная попытка государственного переворота, цель и задача которой – насильственное отстранение от власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна, написал Коротченко на своем телеграм-канале, передает канал 13. По словам эксперта, зарубежные армянские диаспоры и олигархи армянского происхождения планируют провести ряд мероприятий, в реализацию которых вложено около 30 миллионов долларов. С этой целью, отмечает Коротченко, по заказу некоторых армянских медиамагнатов в Армению прибыла группа телеграммеров и блогеров для разжигания новой волны протеста в стране. Один из сценариев заговорщиков предусматривает, что Пашиняна может постигнуть судьба Чаушеску – быстрая внесудебная расправа и казнь на месте. Успех или неудача антипашиняновского заговора критически зависит от того, какую позицию в событиях 20 февраля займут армия СМБ и правоохранительные структуры, точнее, от лояльности их руководителей нынешнему премьер-министру Армении, подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что позиция России остается неизменной, считая действующего премьера Армении легитимным руководителем страны. Пашинян в условиях возможного политического форс-мажора имеет все возможности для необходимых действий по обеспечению правопорядка с опорой на Конституцию и законы Армении, заключил Коротченко.